Чё как брос, вы на канале Let's Cos, и только посмотрите, что творится, нас ждут мега крутые новые бравлеры-пираты. Это нечто, вы посмотрите, какие они крутые. Нас ждет новая база и новых 5 скинов. Пират Пока будет с нами, это просто нереально. А еще будет Корсэйр Кольт. Вау, я прям жду. Жми лайк, жми колокольчик, жми подписку и напиши Let's Cos красава, потому что я делаю этот обзор специально для тебя, брос. Капитан Карл, посмотрите, мы будем биться с вами на корабле. Я смотрю эту новость, и я просто в шоке. А еще будет Би? Что за Би? Это новый бравлер какой-то? И я что-то не понял. Судя по всему, у нас появится новый бравлер. Пчелка, блин, клево. Очень мощный удар у нее. Я прям смотрю, и я в шоке, как и ты. Это просто невероятно. Я думаю, реакция на новых бравлеров у всех будет бомбическая. Леди Багби. Кто смотрит мультик Леди Баг? GT Max. Офигеть. Это мне одному он напоминает Кольта, но он выглядит очень шустрым. Слушай, если ты вдруг нарвешься на Фрэнки, ты сможешь сразу удрать. Ха-ха-ха. Я просто в шоке, они настолько клевые. Брос, обязательно напиши в комментариях, какой бравлер тебе больше всего нравится и какого ты мечтаешь себе купить. Потому что, ну, мне нравится, у нас появились два новых бравлера. Это GT Max и это Би. И, блин, это клево. И мне нравится очень сильно новая наша база. Интересно, а порыбачить можно будет? Вот если бы еще можно было порыбачить, пока там все друг друга перебивают. Прикинь, ты идешь в кусты, сидишь в кустах, из кустов торчит так удочка, и ты рыбачишь, пока все друг друга фигачат. Ха-ха, это будет вообще было бы офигенно. Но я надеюсь, что разработчики к Новому году подготовят помимо новых бравлеров, способы выбивания леги. Подписывайтесь на канал Let's Cos. Жмите лайк, жмите подписку, пишите в комментариях, какой бравлер вам больше всего нравится. Вот такой вот получился видос. Чик.